Добрый, вітаю! І у мене одразу питання. Як ви лічите, можуть бути зв'язані гарбузи і екологія? Сьогодні наша розмова якраз про гэта. Мы с вами снова завитали на пляцовку, где шмат экофрендов сустракаем. Это городский огород «Плантация». Он разместился на фудкорте «Пясочница» у столицы. Когда моя мама глядит, то хутка скажет: «Дачушка, ты такая стала огородница, приезжай на дачу, попрацуй». Тем не менш, пакуль я тут, у столицы, и это так само огород. И за эту граду отказывая наши сегодняшние гости. Я наупомнена, что выращивать гарбузы – это экологично. И сегодня мы доведаемся, чему. А так само яна расскажет нам про отметные рецепты приготовления страв с гарбузов. Гарбузики – моя великая любовь. Чему это ваша такая любовь и чему это такой важный продукт для харчавання белорусов? Ох, берите кресло, бо история зараз будет долгой. Гарбуз – это наше великое богатство. Гарбузы и насамрэч кабаки. Ведаете, вот белорусов называют бульбашами, но мне подается, что белорусов варто называть кабакашами, потому что кабаки у Беларуси растут кепское надворье, доброе надворье, коли зусим лета нема, мне подается кабаки. Ну и коли вы поедете там у вёску, можете почуть, что возьми кабаки, у меня есть, ну хоть курям возьми. С гарбузом можно робить что за угодно. А ваша любимая страва? О, аж слюни потекли. Три, можно три? Три можно. Первое, я вельми люблю гарбузовый суп. Калі берете гарбуз, таўчыце яго нібыта на кашу, только еще больше потаўчы трэба. Додаете туды часник, вершки. И можно додать еще креветочки салатные. Ну, креветочки салатные, коли бы не додали, будет смачно. Но вот у гэты суп вы просто улетаете и соли еще. Тогда вот соль, она перебивает, нават не перебивает, так получается солодостью гарбуза. И отримливается насыщенный, вельми классный смак. Другое. Вельми классно робить фритки из гарбуза. Як мы робим бульбу фри, так же само можно робить гарбуз фри. И это просто... Не описать словами, насколько классно. Вы так сложно рассказываете. И так само можно там с некой салатой закрутить в лаваш, и это такая классная стрит-ежа отрымалась. Я сподеваюсь, что вот мы тут наробим, потом зробим еще багач под конец сезона, домовимся с кем-нибудь посумажить гарбуз, приходим. И в фудкорту будете продавать рецепты. Вы отъедите себе мозги, как моя бабуля казала. Это невероятно смачно и корисно. Так, гарбуз вельми корисный. И на конт десерта. Треба ще десерт, так, с гарбуза. Ну, по-перше, можно робить гарбузовое латте, оно вельми популярно в Германии, например. Wow. Так, ну, вот это так. Робишь сироп с гарбуза и додаешь звичайное латте, и там такие отримываются... Присмак, так. Ага. И гарбуз вельми любит корицу. И можно нарезать, например, кубиками гарбуз, варить его у цукры и додать туда корицу. И все. И вы можете это до морозива, можете это у выпечку, альбо брать лыжку и просто есть его за обедзве шчаки. Фух, ага. Это будет вельми классный гастрономичный досвід, обещаю. Угу. А как нам зараз злучить эти выдатные гастрономичные напрацовки, рецепты и экологию? Чему белорусская городнина это еще и экологично? Вот тут разные такие направки, подходы. Вот что бы вы могли вызначить? Ну, по-перше, гарбузы у нас, мне подается, с продвеку растут. И вельми шкода, что их частяком выкористовывают там харч свиням, курям. Вот, и вельми редко. Ну, я бачила, что с большего люди уживают семки гарбузовые, а вот сам гарбуз – это, ну, каша у лепшем выпадку. Але это скарбница и витаминов, микроминералов. И вот, оно растет у нас литерально под ногами, и оно вельми... не капризная рослина. Его треба редко полоть, что вельми классно для людей, у яких там гектары земли. Его не треба дуже доглядать. Посадил, прижилося, добре. Час от часу поливать, трошечку подхарчевать и все. Вот, тому... Ну и кабаки. Так само моя любовь, так само можно робить с его сочева, с лимоном. цудоўна. Вось яшчэ пра экалагічнасць. Мы часта, каб паспрабаваць і ўвогуле ў нейкіх трендах быць, хочам замежнага, шмат замежнага. А вось вы сказалі такія аўтарскія, адмысловыя рэцэпты гарбузовыя, што тут, ну, вось такое таксама трендавае, моднае, можа быць, і смачнае. Это, ну, па шчырасці, я таксама для мяне сакрэт, чаму мы дагэтуль не далучыліся да гарбузовага тренду, таму што у кастрычніку падчас Хэллоуина Инстаграм замежны просто выбухае рознымі класнымі штукамі з гарбуза. Людзі робяць чаго толькі не робяць. І тушаць, і смажаць, і варенне, і там шчыра паглядзіце як-небудзь, вось хэштег з гарбузом, што-небудзь звязанае. Там можна утануць просто ў гэтых рецептах, і это вельмі класна, это вельмі популярна за мяжой, чамусьці у нас пакуль не, но я спадзяюся, што людзі будуць хадзіць, бачыць гарбузы, і яны так будуць пакрысе пагаджацца, добра-добра пускаць у свой свет гарбузы, і аднойчы станы таксама вялікімі прыхільнікамі. І яшчэ наконт экалогіі, гарбузы вельмі класныя у тым, што яны могуць перезимовать у выгляде гарбуза. То бок, калі ты хочешь свежие салаты, ты не идешь и не покупаешь замежные перцы и помидоры, а просто берешь, выкатываешь у себя из-под ложка гарбуз, нарезаешь его с солькой и цибулей, и все, ты лепшая господар и господыня на кухне. Наш гэты блог называется «Экофренды». Вось вы лічыце себе экофрендом, і якія звычки могли б узгадаць экалагічныя? О, я дуже экофренд. Так, звычки. Ну, па-перше, я по можливости удзельнічаю у гастрономічнай, як это сказаць, у гастранамічнай палітыцы моей сям'і, за бакі намагаюся як мага больш ежы вырасці самастойна. Вось, у нас есть невеличкая дачка, ну там она супер невеличкая, але яшчэ у мяне ёсць агарод на балконе, напрыклад. О, як цудоўна. Так, і это таксама, ведаеце, не толькі пра экалогію, а яшчэ і пра медитацыю. Мне вельмі шкада часу медитировать, а вот покалупалася ў раслінах, і все, уже добра себе адчуваеш. Вось, і яшчэ агарод – это вельмі класны чын уживаць компост. То бок, мы компостируем тое, што некія адкіды нашай ежы, не выкидаем их, яны не становятся горами смецця, а яны зноў ідуць у гэты цикл ежавы. Яны харчуюць нашыя расліны, якія харчуюць нас. Ага. Добра, дзякуй вам вялікі. Дорогие экофренды, я кажу вам да сустрэчы. Вы сапраўдныя экофренды, так я называю усіх наших подписчиков, потому что вы цікавіцеся темой экологии. Калі ласка, націскайце звоночек, каб на самой справе посябраваць с нашим каналом и не пропускать новые видео. И, конечно, натискайте лайки.